Виктор Голявкин, хочу лошадь. Эх, говорит Васька, была бы у меня лошадь, сел бы я на нее, да поскакал бы во весь дух из города до самого поля. И дальше, дальше в лес, помчался бы по лесной дорожке, выскочил бы на полянку, и дальше, лечу стрелой, а рядом поезд несется. Перегнал бы поезд и дальше скачу, скачу себе, скачу без остановки. Ну и до какого же места ты доскакал бы, спрашивают ребята. А не до какого? До того же самого. Как это, спрашивают ребята? А очень просто. Земля круглая, так по кругу обратно и вернулся бы. Ишь ты, смеются ребята, вот на ракете вжик, а не на лошади. А я хочу на лошади, говорит Васька. Вот чудак, смеются ребята, зачем тебе лошадь? Машину бы гоночную и вжик. А я лошадь хочу, говорит Васька. Ребята говорят, а еще мотоцикл неплохо. Стоящая, между прочим, вещь. Сел, вжик. А я лошадь хочу, твердит Васька. Самое лучшее – велосипед, говорят ребята. Крути себе педали и вжик. Мне лошадь надо, говорит Васька. А самолет как? Вжик. Эх, лошадь бы мне, вздыхает Васька. Я бы за гриву крепко держался, ни за что на свете бы не упал. Скакал бы, все скакал без передышки, 7 дней и 7 ночей. И назад бы возвратился. А вжик я не хочу. Мне лошадь охота.